Вместо новогодних саней – пожарная машина, а в сопровождении не только Снегурочка, но и спасатели. Ребятам, которые сейчас находятся на лечении в областной детской клинической больнице, устроили новогоднее поздравление. В гости пожаловал пожарный Дед Мороз. Правда, он не сразу смог добраться до детишек. Дедушка заблудился во Владимире. Чтобы Деда Мороза нашли как можно скорее, Снегурочке пришлось позвонить в МЧС. Внимание, внимание! Всем пожарным подразделениям! В городе чрезвычайная ситуация! Потерялся Дед Мороз. Всем силам найти его и доставить в кратчайшие сроки в детскую больницу. Благодаря оперативной работе спасателей, за считанные минуты главный новогодний волшебник оказался в больнице. Дедушка устал бродить по улицам города, поэтому подарки ребятам принести не смог. Помогли его новые друзья, пожарные из 3-й пожарной части. Принесли детям подарки, правда, не под елочку, как это обычно бывает, а в окно. Ой, спасибо. Эх, тяжелые какие. Что надо сказать пожарным за помощь? Новогодняя акция «Пожарный Дед Мороз» проходит в областной детской больнице впервые. Дед Мороз уверяет, если загадать желание, оно непременно сбудется. А маленькие посетители больше всего хотят побыстрее выздороветь, чтобы встретить Новый год дома. Поэтому к дедушке выстроилась целая очередь. Кто-то даже стишок рассказал. Мама, папа, очень любят после трудовой недели генеральный убор по субботам проводить. Ну а если за неделю не измажется квартира, будут взрослые без дела, и суббота пропадет. Кстати, спасатели из 3-й пожарной части всю праздничную программу придумали сами. Пришли порадовать детей, чтобы скрасить их, да, здесь пребывание, потому что грустно, все печально. А Дед Мороз и все реквизиты, да, это все у нас личный состав подготовил пожарной части. Все принимали участие активное в этом мероприятии. Видели сами, да, демонстрации техники, подготовились ребята. Сотрудники МЧС надеются, что визит пожарного Деда Мороза к детишкам станет доброй традицией. Кстати, в восторге от представления остались не только дети, но и их родители, ведь такого дедушку еще никто не видел. Это самый, пожалуй, будет необычный и незабываемый поздравление Дед Мороза. Я думаю, сынишка будет долго еще помнить об этом. Что вы сегодня загадали Дедушке Морозу? Я кису, а я пони. Чем вас, он вас удивил? То, что он поднимался на пожарной машине. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, 6-й канал.